за машину расстрелял. Ты? Да. Ну, какое дело, стреляй насрать, блядь, чтобы не в тебя, ебать их урод, блядь, теперь. Да, тут считай, что он наркоманы и нацисты, ебаные. Я что, магазин оборовал? И вот нахуй говорят вам мирное население не трогать. А нам похуй, блядь. Мне Лёха, ну, командир, дал добро, блядь, шмалять. У нас люк в КамАЗе есть. Говорит, прям люк открывай, вставай и хуярь. Похуй, говорит, что там написано у них, дети, не дети, хуярь всех. Ну, кого, у всех таких же. У меня все руки, ну, палок в крови. Я со столько убил, и военных, и гражданских. Ну, у вас потери хоть нету? А у нет, у нас большие потери. Гражданские у нас. Координаты сливают, хватаем сразу без суда и следствия. Эскалатором закапывают. Гражданских всех почти без разбора кончалось. Вчера ездили еще пацаны из штаб-дивизии. Мы что-то зашли в лес, и в лесу, короче, куча трупов. У гражданской одежды кишками на голове я сделаю. А что это такое? Вы из Украины? Да. Телефон мой есть. Ну вот смотри, говорит, я заехал на танки во двор. Я говорю, ну, зашел в дом, выйдешь нахуй, я говорит, всех перестрелял, выехал, говорит, нахуй, насиловал, говорит, похавал, попил, говорит, и все. И говорит, ну, это медальку, говорит, даю. Я надеюсь, ты там нахуй никого не насилуешь, иначе я тебя нахуй убью вообще, понятно? Это, говорит, вообще охуенная тема. Я, говорит, всю жизнь, говорит, буду воевать. Такой смешной человек. У меня тут новости хорошие. Какие? Нашли немецкую хату. Я сейчас заебался, а тут золото не стерял. Какой-то мародер. Немец, ёпать, хохол, ебать, немец. Прям вот немец у него, верх немецкий нахуй. А эти фашисты, хохол почти сдались, фашисты остались. Они церкви сжигают тут нахуй, ну, пиздец. Дай бог я привезу нахуй. 1 400 000 нахуй. Духи какие здесь нашел, блять, вкусные нахуй пиздец. Женские мужские. Да хуй её знает. Воняют и воняют нахуй. Ну хоть не потом, ебать. Я себе сегодня сходила, купила. Я на халяву беру нахуй. Все бери, ну, что нужно. Ну сейчас хату тут сожгем нахуй. Да погиб, сигарет нет, ага. Да нихуя, нашли нахуй. Нашли, ну ладно. Знаете, ходили тут, а кунитёк скрыли. Ну ладно. Мясо нашли, нахуй, пожарили. Угу. Коньяк здесь пил за 7 000, нахуй. Не пил это там. У нас у одного днюха здесь, хули. Ходили маленько, помародёрничали, блядь. Нихуя надо, не маленько, а по полной, блядь. Санкции и компании, которые отказываются с нами работать, повышаются в геометрической прогрессии. Пиздец. А KFC с Макдональдсом остаются? Нет, они уже съебались. Все популярные магазины с Одессой тоже съебались. Видеокарты больше нам не будут завозить, программное обеспечение не будут, айфонов не будет. Пиздец, тут вообще ничего нет. Кока-колы, блядь, не будет. Кока-кола не будет? Не будет! Охуеть, ебать! Ну ладно, привезу хотя бы телек за 70 тысяч. А он большой? Да. А вам разрешат его вообще везти? Да. Почему вам это разрешают? Потому что они сами это набрали. Капец. Это... Мародеры. Ну, это еще я блендер взял на 500 ватт. Ого. Это, ну, мне надо. Город весь разрушен вообще. Так вообще все разрушено. Людей-то не видать. Ну, при все спрятались. Так неприятно вообще, знаешь, все такое сломано. Жалко. Так не понимаю, наверное, и ненавидят одних нас. И все пишут, Россия, уроды, говно-то, блядь. Все пишут, что Россия, да, все, да, говно.